Мы рассмотрим фильтры HUD в этом видео. Нажимаем HUD Options. Слева выбираем пункт HUD Filters. Фильтры HUD позволяют отфильтровывать статы в HUD по количеству игроков за столом, по дате и по лимиту. Если вы играете только несколько тысяч рук в месяц, то вам эти настройки менять не надо. Они нужны для тех, кто играет очень много, в основном один лимит и одну игру. А если вы играете только несколько тысяч рук в месяц, лучше не использовать эти фильтры, потому что если вы их включите, вы отфильтруете все статы, и у вас будет недостаточно данных на оппонентов. Можно фильтровать, за сколько последних месяцев учитывать раздачи. Здесь можно поставить от 1 до 24, как вам нравится. Можно фильтровать по лимитам. У меня отмечена галочка «Включать руки с других лимитов». Например, вы играете 50 НЛ и 100 НЛ. Тогда, если вы уберете эту галочку, то HUD будет показывать статы только с лимита, на котором вы в данный момент играете. Вторая галочка – это смешивать статы от Rush и не Rush игр на Full Tilt. Основная часть фильтров HUD – это фильтры по количеству игроков. Первый столбик – количество игроков, участвующих в раздаче, и дальше минимум и максимум игроков. По этим значениям фильтры работают. Приведу простой пример. Если мы играем хедзап, то сейчас будут показываться все статы, независимо, играете вы хедзап, короткие или длинные столы. Если вы хотите, чтобы показывались только статы от хедзапа, тогда здесь надо поменять на 2. И теперь, если в раздаче участвуют двое, то и HUD будет показывать статы только от раздач, в которых было 2 игрока. В том числе и не 6 макс стали, если только 2 игрока в раздаче. Надо об этом помнить. На 6 макс, возможно, вам захочется поставить от 3 игроков до 6. Потому что, когда было от 2 до 10, то это значит, что туда попадают руки и с хедзап игр, и от 9 и 10 макс столов. Поэтому, когда вы поставите от 3 до 6 и в раздаче 6 человек, HUD будет показывать статы от тех рук, в которых было от 3 до 6 человек. Давайте другие тоже поменяем. Поставим всем от 3 до 6. Вот такая настройка, достаточно удачная для 6 макс игрока. Давайте перейдем к длинным столам 9 и 10 макс. Когда 7 человек в раздаче, я поставлю от 7 до 10 игроков. Для остальных то же самое поставлю. Вот теперь все хорошо настроено. Вы можете поменять, как вам больше нравится. Но напомню еще раз, что если вы играете немного рук, то лучше оставить везде от 2 до 10. Перенастраивать эти фильтры нужно только тем, кто много играет. Вот так пользоваться фильтрами HUD.